прогулялся голым по улице. Местные жители запечатлели странного мужчину, который шел по улице в одной обуви. Его увидели на улице Южный бульвар. Абсолютно голый. Он уверенно шагал по двору жилого дома. По словам очевидцев, он уже не в первый раз прогуливается в таком виде. Скорее всего, парень любит шокировать публику и делает это целенаправленно. Этими кадрами уже заинтересовались полицейские. Ведь такое дефиле может рассматриваться как хулиганство.